Приветствую вас, друзья! Вы на канале «В поисках золота и кладов», и сегодняшнее видео, я думаю, вам точно понравится. Ну ладно! Впереди Новый год, один из самых любимых праздников. Мы вспоминаем хорошие моменты уходящего года, загадываем желания и, конечно же, получаем подарочки. И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты. Ну и как я могу остаться в стороне от этого прекрасного праздника? Решил я разыграть среди вас, дорогие мои подписчики, несколько приятных и достойных подарочков. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Победителей у нас будет сразу трое, а подарков еще больше. Огласите весь список, пожалуйста. Итак, за третье место мы с вами разыграем набор из сразу четырех вот таких аккумуляторов к вашему металлодетектору, которые идут в удобном пластиковом боксе. Профессор, можно еще? Пожалуйста. За второе место победитель получит легендарную лопату Fiskars, а также трансформер, чехол для лопаты, который легким движением руки превращается в элегантную сумку для находок. Еще. Бери. Ну а главный победитель выиграет у нас большой шикарный рюкзак для металлодетектора и сумку для находок. Себе. Что значит себе? Ой, простите, профессор. Нет уж, это вы. Простите. Все эти призы любезно предоставлены магазином металлоискателей и прочих копарских ништяков Best MD. Сам я не раз имел дело с этим магазином. Свою фартовую лопату и 11-ю катушку к Деусу я брал именно в нем, поэтому могу смело рекомендовать вам обращаться в Best MD. Приборы официальные, цены хорошие, доставка бесплатная. Ссылки на официальный сайт Best MD, а также группу магазинов в Фейсбуке вы найдете в описании под этим видео. Итак, что же нужно для того, чтобы выиграть эти подарки? Народ хочет разобраться, что к чему. Это естественно. Законно. Вы должны подписаться на мой канал и обязательно открыть ваши подписки. Поставить лайк этому видео. Сделать репост его на свою страничку в любую из соцсетей и оставить в комментариях под этим видео ссылку на вашу страничку с репостом. Победители будут определены с помощью рандомизатора. Розыгрыш состоится ровно через 2 недели, 27 декабря. Так что, друзья, обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео и чтобы подарочки успели добраться к вам к Новому году. Начал ты, я еще 27 декабря. 27. Бухаю, поздравлять детей. Ну, в эти дни Дед Мороз на расхват. Внимание, в розыгрыше могут участвовать абсолютно все подписчики моего канала, но призы я отправлю только по территории Украины. Поэтому, если вдруг выиграет гражданин другого государства, то я смогу отправить приз либо его друзьям, проживающим в Украине, либо же дружественному нумизматическому, либо копарскому каналу из Украины. Благодарю за внимание. Ну что ж, всем вам вместе и каждому индивидуально удачи. С вами был, как всегда, ваш друг и соратник, кладоискатель Анархотурист. До новых встреч на канале «В поисках золота и кладов». Пока!